Я приветствую вас, дорогие друзья, с вами Дриди, добро Я пожаловать в думаю, игрушку что ты. Kick the Buddy. Сегодня у нас будет, сейчас мы с вами посмотрим, что у нас сегодня будет. А у нас сегодня будет интересная серия, мы с вами не смотрели, что у нас здесь такое, да? Что это вообще такое? Посмотрим. Так, вау. Этими штучками прикалываешь к стенке, ну, какие-нибудь там сообщения или там меточки свои. Такие кнопочки. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-у. Так, ладно, смотрим, что дальше. Дальше у нас клей. Вау! Мы можем бадди заклеить, что ли? Давайте аккуратненько так. Оба приклеили. Так, теперь вот эту руку давай. Приклеили, отлично. А я могу ноги приклеить? А ноги уже не могу приклеить. То есть мы, тут уже приклеено все. Так, хорошо, ладно. Бадди приклеили. И теперь можем все что угодно делать с ним. Пауч. 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 Хорошая штука. Так, ладно, понятно. Кружка. А, ну это просто разбивать кружки. Ну-ка, как они выглядят вообще? А мы прям в него стреляем. Понятно. Ладно, давайте бадди очистим. Что у нас дальше? Какой-то метеорит. Кусочек, смотрите. А коробка не загорится? Ой-ой-ой, бадди, ты сам. Ты сам виноват. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Нифига себе. Маленькие раскаленные шарики. Тюньк. Понятно, идем дальше. Дальше у нас какой-то стул. Бадди, садись, садись, все нормально. Хорошо, давайте очистим. Ставим. Блин, бадди еще горит, смотрите. Бадди, ты пират или кто? Вставай. Бадди, вставай. Ой. Стул сломался. Короче, давайте очистим. Садись, бадди, на стул. Вот так. Аккуратненько вот так. Садись. Все, сел? Теперь можно катать, бадди. Я не понимаю, как им пользоваться этим стулом. Мы просто стул разбили. Ладно. Бедный, бедный бадди. Клавиатура. Клавиатура. Пауч. 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 Блин, бедная клавиатура, ребята. Ладно, бадди тоже бедный, да. И клавиатура, и бадди. Окей. Давайте приберемся. А, дальше у нас какая-то розетка. Сетевой фильтр. Отлично, покупаем. Бить сетевым фильтром? Его током бьет. Смотрите, он приклеился. Отлично. Окей, чемодан. Бадди, держи чемодан. Давайте. А, бить чемоданом, что ли? А тут всякие бумажки вылетают. Кто не сделал работу? Кто не сделал работу? Где твой отчет, бадди? Почему ты не сдал отчет вовремя? Ты уволен. Да ладно, я шучу. Так, идем дальше. Дальше у нас... Приклеить бадди можно. Нифига себе. Мне это нравится. Мы бадди приклеили, и теперь что? Что такое? Диски? Давайте возьмем диски. Они крутятся. Нифига себе диск. Офигеть. Прикольная штука. Так, давайте удалим все. Бадди, аккуратнее. Бадди, беги. Офигеть. Ему щекотно или больно? Мне кажется, ему больно. Он еще крутится, смотрите, ребят. Он раскрутился. Офигеть. Так, кажется, все. Он опять начинает крутиться. Но это жестоко. Есть мусорка. Только зачем нам нужна мусорка? Бадди, прячься.
мусорку. А зачем нужна мусорка? Там много мусора. А, мы должны раскрутить ее. Раскручиваем, ставим, и она начинает бегать. Офигеть. Слушай, вот это мне понравилось. Это реально круто. Вода. Пойди, стоп. Блин, она до сих пор крутится. Да прекрати ты уже крутиться. А что делать с бутылкой? Так, давай посмотрим. Там вода есть? Там есть вода. Может, ее открыть как-то надо? Так, ладно. Только я не знаю, как ее открывать. Но внутри там есть вода. Окей, ладно, движемся дальше. Что это такое? Кофе. Горячий кофе? А, мы сейчас его ошпарим просто. Ладно, окей. Бади пить не хочет. Газета. Сверток газеты. Бади, ну ты чё уснул? Вставай, заморашка. Вставай, просыпайся. Сейчас он проснется, ребят. С ним все в порядке. Бади. Бади, на тебя все смотрят. Вот. Газета, ребят. Попробуем. Прикольно. Да это не больно, газета, это, мне кажется. Бедная газета. У сейчас ничего не останется. Пау. Можно тараканов бить, можно мух бить. Подыщ. Подыщ. Ладно, окей. Лампочка. О, прикольно, ребята. Бади против лампочки. Вообще, лампочка не так-то просто лампочку разбить. Нифига себе, что такое, излучение или что? Воу-воу, кажется... Ладно, бади, все-все-все. Все нормально. Дальше у нас какой-то сейф. Окей. Бум. Его просто придавило, ребят. Просто придавило этим сейфом. А где бади? Бади, ты где? Так, надо, чтобы... О, там бомба! Подожди. А как активировать бомбу? Подожди, я не понимаю. Бади, прячься. Все, мы спрятались, отлично. Там бомба. Бади, залазь. Два, три, ноль. Рок-н-ролл. Бади, что, смотрите, как выскочил. Так, окей. А, 12 дней, окей. Так, окей, давайте проверим, что это такое. О, там что-то загружается. Загрузка идет. Что-то долго идет загрузка. Его током бьет. Так, весь ноутбук, кажется, сломали. Окей, что там напоследок у нас? Что это такое? А, я, кажется, знаю. Температура воздуха. Можем понизить, он будет замерзать сейчас. Как он быстро замерз, смотрите. Здесь он реально замерз. Бади, двигаться. Двигаться нужно, чтобы не замерзнуть. Бади, двигайся, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Прикольно. Так, давайте повысим температуру. Сейчас, Бади, ты согреешься. Фу, он отогрелся. Все нормально, сейчас. Сейчас будет тепло. Фу, облегчение, да? Давайте повыше сделаем, Бади. Совсем жара. Мне кажется, он сейчас загорится. Help me.
Офигеть, ну вот это... Он реально загорелся. Давайте резко снизим сейчас температуру. Резко повысим. Он не сразу замерзает. О, в смысле, согревается. Ну даже сейчас нормально. Окей, ладно. Тут мы с вами все посмотрели. У нас еще осталось что-то игровое. Давайте посмотрим. Фейерверки. О, что такое? Прикольно. Я должен ловить их. А, это кай... Нифига себе, сколько я поймаю. Это реально... Это прикольно. Вот это классно. Очень красиво смотрится. Офигеть. Просто топово. Отлично. Интересно, кто разработчик этой игры? Потому что у него реально очень круто получилось. Очень красиво. Просто офигеть. Просто великолепно. Чудесно. Все, гейм овер. Но рано или поздно мы проиграли. Можно переиграть. Окей, давайте выйдем. А, сом. О, это игра, тут разные игры будут. И что надо делать? Как можно сильнее ударить сомом. А, вот, у меня удар 1600, понятно. Сейчас давайте попробуем раскрутиться. 2400. Надо 3000. Так, сейчас мы раскрутим. 1500, ладно. Крутим, 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 крутим. В смысле 8000? Мне кажется, 8000 я не смогу. А вот 5000, это уже получше. 4000, ну-ка. Надо, короче, сюда и сюда, и вот сюда. Что-то как-то... Что-то как-то не очень. О, 7000, нифига себе, вот это было топово. 10000, я побил рекорд. Офигеть, ну все, мы побили. Что у нас дальше, давайте выйдем. Так, дальше у нас грибочки. О, что надо делать? В смысле? Два. Я не понимаю, подожди, что мне надо делать? Бадди управлять? То есть Бадди не должен упасть на землю, я так понимаю? Может... А, вот, у него одна жизнь осталась, последняя. Game over. Понятно. Так, я хочу вам просто все показать. Вот это что-то интересное. Карточки. О, я должен... Я понял, что я должен делать. Мы должны угадать. Отлично. Как я запомнил-то, просто идеально. Так, давайте еще разок. О, тут уже какой-то пистолет. Ракета, так. Не так делал, не так. Идеально. Так, выходим. Тут еще много всяких игр. Яблоко. Окей, давайте попробуем. Попади в яблочко. А где яблоко? А, вот оно, яблоко. Я буду с лука стрелять. Попали, отлично. А, с учетом верха надо. Отлично. На, блин. Надо пониже. Нормально. А теперь вниз. Ой. Проиграли. Ладно, я вам просто хочу показать, какие тут есть игры еще. Бильярд. Вау, прикольно. Так, ну что ж, давайте попробуем боулинг поиграть. Подожди, а как я должен атаковать? А, ну все. А как я силу должен рассчитать? С какой силы бить? А с кем я вообще играю? Я один? У меня есть какие-то попытки? Так, допустим, вот тебя я вот сюда ударю. Вот это прикольно. А, вот сила, все, я понял.
Это как-то сильно ударило. Блин, гола не было. Понятно. Так, допустим, примерно вот так надо ударить. Только слабо. Ах ты ж. Блин, это реально затягивает, офигеть. Так. Ну вот так примерно. Пауч. Первый гол. Первый забитый мяч. Хорошо, давайте пробуем зеленый забить. Вот примерно вот так, наверное. Только не сильно. О, я другой забил, правда. Так, хорошо. Сейчас мы нацелимся. Ну, примерно вот так. Давайте со всей силы. Нифига себе. Мы белый шар забили свой. Так, ладно. Давайте также со всей дури. Что-то забили. Окей. Блин, мне нравится это. Ладно, окей. В другой раз еще поиграем. Просто надо показать, что тут есть интересного. Да, покупаем. Ой, я должен угадать, где Бадди. Нифига себе, что так долго? Ну тут Бадди. Ладно. Куда ты спрячешься? Блин, мне кажется, смогу так вечно. Тут я не уверен. Ладно, ошибся, окей. Выходим. А, есть молоток. Окей, смотрим. Подожди, кого я должен бить-то? Всех Бадди, они в разной одежде постоянно. Прикольно. Да что ты будешь делать? Они все быстрее и быстрее, окей. Тут уже явно не успеешь. Так, смотрим, телевизор. Вау. Прикольно. Офигеть. Мне нравится эта фигня. Это Марио. Бадди Марио. Офигенно круто. Была бы еще полноценная игра, было бы просто здорово. На телевизоре. Как у меня уже много очков. Я погиб. Гейм овер. Ладно, выходим. В общем-таки мы все посмотрели. Тут мы тоже все посмотрели. Какие-то варианты я просто не мог найти, я не знал, где их искать. Возможно, потом как-нибудь догадаемся. В общем, ребят, мы всю игру Бадди прошли. Я, скорее всего, буду проходить на канале Good Game эту игрушку еще разок. Так что подписывайтесь на канал Good Game. А, с вами был Дариди, всем скоро, пока-пока. Будет обязательно все-таки периодически выходить Бадди. Посетила что-нибудь прикольное. Вот, самое главное, чтобы ты поддерживал лайком. Подписывался на канал, советовал друзьям на канале. В общем, всем пока-пока. До скорого.